Сибирский астрономический форум – событие, объединяющее профессионалов и любителей астрономии. По словам организаторов, он для тех, кто мечтает увидеть звездное небо в настоящий телескоп и узнать много нового и интересного об астрономии и космонавтике. В этом году 180 школьников добавились к нам команды из Омска и Красноярска. Традиционно это популяризация астрономии, космонавтики в виде лекций. Для школьников это будет некая интеллектуальная астрономическая игра. Участники форума смогут расширить свой багаж знаний на различных научных лекциях, принять участие в мастер-классах, круглых столах, поучаствовать в дневных и ночных астрономических наблюдениях. Люди каждый конец сентября ежегодно ждут. И даже если мы нигде не анонсируем, что Себастра будет, люди сами начинают писать, приезжать, звонить. А будет ли в этом году? Будет. И будет процветать и продолжаться. К тому же этот Себастра мы хотим посвятить полету нашей землячки Ани Кикиной. 3 октября она стартует. Мы за нее держим кулачки. Форум «Себастра» проводится уже в 17-й раз. Одна из традиций мероприятия – участие в нем советских и российских космонавтов. В этом году почетным гостем стал летчик-космонавт Андрей Борисенко, который приехал для того, чтобы рассказать немало захватывающих историй о технике и человеке в космосе. Несмотря на то, что в Новосибирске нет больших обсерваторий или крупных предприятий Роскосмоса, интерес к астрономии в нашем городе огромный, говорят организаторы мероприятия. И такие форумы, как «Себастра», дают сибирякам возможность удовлетворить эту потребность, а для кого-то, возможно, и стать частью научного сообщества. Ведь возраст участников от школьников до пенсионеров. Форум продлится 3 дня с 23 по 25 сентября.